враги сожгли родную хату. Великая Отечественная война коснулась нашу семью в полном объеме. Отец погиб. Когда составляли списки в школе, у кого там родители есть, так что нас там из 20 человек, скажем, ну, троих-четверых были отцы. Все остальные на одинаковых правах. Отец погиб, отец погиб, отец погиб. Моего отца звали Сергей Григорьевич Базанов. Но бегали по улице радостные, потому что на нашей улице практически, ну, все были одинаковые, безотцовщина. Поэтому никто никого не обижал, никто никому не завидовал. Летом старались все бегать босиком, обувь экономили. И потом в школе до сентября, уже начиная с 7 класса, думали, как это летом заработать. Мы дети войны. Как бы так это пережили, это послевоенное время, и вот эти все тяготы и горести, и те беды, которые принесла война, испытали на себе. И надо быть всегда уверенным в своей победе и своего народа. Это очень важно. Я помню, Беларусь помнит. Куда идти теперь, солдату? Кому нести печаль свою?